Химках реализуют губернаторскую программу по раздельному сбору мусора. В пилотном проекте городской округ участвует уже год. Результаты активности жителей и муниципалитетов обсуждали на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс». 13 подмосковных городов стали первопроходцами в сортировке отходов. В Химках, Красногорске, Балашихе, Подольске, Долгопрудном и других муниципальных образованиях установили разноцветные и сетчатые контейнеры. К идее горожане отнеслись с энтузиазмом. Считают, необходимы только некоторые доработки в проекте. Подход понятен, он должен быть соблюден. Это контейнерная площадка, специальное оборудование, это специальные контейнеры, это обязательно отдельный транспорт. Чтобы не было такого, что идея дискредитируется, когда все жители тщательно отбирают фракции, все это разделяют, складывают отдельно, потом приезжает одна машина, и все эти бачки в одну кучу складывает и увозит. Вот надо, чтобы это все четко было регламентировано, разграничено. Как мотивировать жителей на сортировку отходов в каждом доме, узнают на предстоящих выборах губернатора Московской области. Помимо основного голосования пройдет опрос населения по раздельному сбору мусора. Поддерживаете ли вы эту инициативу? Ввести ли ответственность за некачественный вывоз отходов? Эти и другие вопросы помогут специальной комиссии создать рекомендации органам власти, чтобы скорректировать законодательство.